Мирослав, скажи, пожалуйста, чем сборы вот здесь в Москве отличаются от привычных заграничных? Ну, за границей там как бы все сконцентрировано на тренировках. Здесь более-менее как бы можно домой съездить, близких увидеть. Не так сильно скучаешь. Ну, все равно приятно на Черкизово как бы тоже сборы проводить. В общем, думаю, всем нравится. Но это отвлекает или наоборот помогает сосредоточиться на рабочем процессе? Я думаю, еще как бы до начала чемпионата много времени, поэтому для начала, я думаю, наоборот лучше на Черкизово проводить сборы. Все равно потом поедем в Австрию, и там уже перед первым туром все полностью погружены в подготовки. Насколько я понимаю, режим все равно двухразовый, да? Да, конечно, режим двухразовый, все, тренируемся, тренировки нелегкие, поверьте. Ну, зато можно домой вот съездить, хороший плюс. Ну, кому далеко ехать, приходится оставаться в интернате. Я думаю, это не проблема. Футболисты любят в начале подготовки оценивать свое состояние в процентах. Вот что можешь сказать о себе? Ну, я думаю, процентов на 60 готов. Ну, как бы не так трудно, но не так легко. Поэтому есть к чему стремиться.